Привет! Давайте рассмотрим промышленный принтер для печати этикеток TSC серии MB240T. Этот промышленник способен печатать до 35 тысяч этикеток в смену, но несмотря на это он очень компактный, а его вес не превышает 10 кг. Обратите внимание на цветной сенсорный дисплей и наличие 6 кнопок меню для легкого управления. На экране принтера отображаются главные задачи, которые необходимы пользователю. Калибровка, печать и пауза, меню с настройками, информация об ошибках и их статусе. Простой интерфейс поймет даже новичок. К тому же, часто используемые задачи можно вынести на экран для быстрого к ним доступа. Для печати этикеток используется намотка красящей ленты 300 и 450 метров и максимальный диаметр рулона материала 203 мм. Стандартно принтер имеет USB. Встроенный интерфейс Ethernet для подключения к локальной сети, RS-232 для интеграции, например, с промышленным компьютером на производстве. И USB-хост для подключения сканера или клавиатуры. Модуль Wi-Fi, Bluetooth и порты GPIO являются опциональными. Из дополнительных опций принтеру доступны отделитель этикеток, внутренний намотчик и отрезчик. В этой модели использован литой печатающий механизм. Благодаря новой конструкции они способны на более долгий срок службы и могут использоваться в сложных условиях эксплуатации. Чтобы заменить термопечатающую головку, вам понадобится лишь отвертка, при этом специальные инструменты не нужны. Технология Thermal Smart Control обеспечивает точность, яркость и четкость печати вне зависимости от партии этикеток. Для создания шаблонов этикеток используется русифицированное программное обеспечение Bartender, которое не имеет ограничений по сроку использования. Для заказа этого промышленного принтера обращайтесь в Compass S. Мы подберем ближайшего к вам партнера из нашей партнерской сети и осуществим отгрузку. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Желаем успехов!